Всем привет! И поговорим о праздниках 13 февраля. Всемирный день радио. И праздник День Терендес в Армении. А в народном календаре Никита Пожарник. Именины сегодня отмечают Афанасий, Виктор, Иван, Илья и Никита. В этот день еще есть знаменательные события. В 1547 году Иван Грозный венчался первым браком. В 1720 году указом Петра I основан главный магистрат, это бюрократическое учреждение России. В 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. В 1895 году начало мирового кино. Братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. В 1934 году в Чукотском море был раздавлен льдами пароход Челюскин. В 1980 году открылись 13-е зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиди, США. В 1988 году открылись 15-е зимние Олимпийские игры в Калгари, Канада. А также в этом году состоялись показательные выступления шорт-трек на Олимпийских играх. И родились в этот день. В 1744 году Дэвид Аллан, шотландский живописец. В 1754 году Шарль Талейран, французский политический деятель, первый премьер-министр Франции. В 1769 году Иван Крылов, русский поэт и баснописец. В 1806 году Владимир Корнилов, русский военный деятель, вице-адмирал, герой Крымской войны. В 1873 году Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец. В 1883 году Евгений Вахтангов, русский актер, режиссер, основатель театра, ставшего название его имени. В 1917 году Семен Куркоткин, советский и военный деятель, маршал, герой Советского Союза. В 1947 году Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР. В 1962 году Максим Леонидов, российский музыкант, певец, актер и поэт. На сегодня все. Всем пока. Спасибо, что вы нас смотрели. Ставьте лайки.